Здрасте. Снова для истории. Дата где-то здесь, или здесь, или здесь. Вот тут, наверное. Так вот, ждем. Это очень быстро. Это самое быстрое ожидание Вовчика, которое могло произойти. Здорово. Сегодня у нас, короче, небольшой велотрип. На сегодня и завтра едем по степям кубанским, по равнинам. Хотели с палаточками, но так подумали и решили. Что заморачиваться, есть же гостиница. Да нафиг эти палаточки, блин, у меня это, я ж по твоему наставлению решил отказаться от этого от рюкзака большого. Ого. Ну и все зубы запихал туда. Да, аналогично. Начал пихать, понял, что палатка, блин, нет, не влезает, нафиг надо. Я так понимаю, что мы даже можем проехать через поселок Краснодарский мимо Мурзика. Мурзик, тебе привет. Мимо тебя сейчас поедем. Ну, ладно. Let's go. Let's go, сказал нам кому-то. Погнали. В общем, короче, проехали мы два дома. Да. Поедем? Я думаю, да, надо, потому что какая-то тяжелая поездка выдается. Так, сегодня нас везут Битвин Дегатлоновский, Rockrider 560, кастомный Маверик звучит гордо. Да. Это типа в районе Санта-Круза, ну может там чуть-чуть ниже как-то, ну примерно так. Сборка России. Сборка России. Не, рама вот написано, сделана в России. И причем такая качественная рама, как бы вообще. Пока не сломалась, еще ездит. Так вот, цель наша Усть-Лабинск. Едем путями через поля. Ну, не по полям, конечно. По асфальту, но не по основным магистралям. Ну, в основном 90% нашей дороги будет асфальт и все как бы. Знаешь, что мне кому-то хорошо сказал? Сейчас слушаем кому-то. Ваш маршрут, говорит, 100 метров позади назад. Кстати, уникальность перевода кому-то, она круче, кстати, чем на Алиэкспрессе. Нам осталось 94,7 километерс. Да. Ну, и нам нужно вернуться на позади-назад, короче. Ладно, поснимали, теперь едем дальше. Динская. В общем, мы сейчас будем тут пообедничаем. Скорее всего, здесь. Ну все, закинулись в чудесной кафешке. Там где-то километров еще 60 осталось до конечной точки. Вовчик уже переходит в летний режим. Да, я минус-слой. Минус-слой. Не, пока подкрепились. Сейчас я классную такую штуку съесть, которая стоит 75 рублей. Да. Вот, но там, короче, и мясо, и огурчики маринованные, и четкий растяганчик. И теперь полные силы двинем. Я не знаю, кстати, какая у нас будет
следующая обстановка. Надо посмотреть. Ну, где-то примерно через каждые 20 километров будем так вот останавливаться, по 5-10 минут разминаться. Я просто имею в виду, что посмотреть, какой населенный пункт будет. Ну да. Через 20 километров. Погода распогаживается. В общем, погода распогаживается. Распогаживается. Любимая Андрюшкина фразочка. Ну да. Солнышко только что было, ну вот честно, вот было прям вот совсем недавно, да. Вот, белый вол, стоят, ждут. Все, в путь. Немного тинской вам. Опять красный. Поедем на красный. Нам все равно направо наш. Да. По кайфу же есть, мы нарушители. Стали свидетелем злостного нарушения ПДД. Хватит снимать, поехали. Остановки у нас и все. Обслуживание велосипеда. 5 минут состояло сменить техобслуживание желудка. Где-то нам осталось 35 км. И мы будем в Усть-Лабе. Поля. Та-дам! Мы в Усть-Лабинске. Мы в Усть-Лабинске. Без 2-4? Без 2-4. На расслабоне, можно так сказать, доехали. Ну, понапрягались, конечно. Но это не просторы кубанские. Ну, вообще, это адыгейские. Там, в той стороне. Там водохранилище краснодарское. Город Усть-Лабинск. Там. Едем туда сейчас, поищем гостинку. И отдыхатки. Здрасте. Привет. Здравствуйте. Потом выберешь. Да. Какой вариант лучше? Да, всем в общем. Здорово, мы выспались. Выспались. Мы вчера уже приехали, не стали ничего записывать. Поели. Погода супер. Пили, да. Сейчас погода супер. Сейчас едем обратно. Вот. Остановились мы тут в гостишке. Такая ништяковая гостишка с очень приветливым персоналом. Все аккуратненько и чистенько. Вот, кстати, человек встречал. Поэтому мы сейчас сделаем фотографии, нас попросили сделать фоточки классные. И едем домой. Да. Чудесный гостевой дом. Нам все понравилось.
Сейчас мы решаем. Что мы решаем? Мы уже решили. Едем на озеро Копытце. Да, посмотрим на него. Нам по пути крюк небольшой, поэтому времени много не потратим. Да, и уже оттуда двинем домой. То есть, как бы в Усть-Лабинск приехали, то хоть куда-нибудь заехать. Но опять же, повторюсь, самое главное, это, блин, чудесная погода. Поэтому сейчас ловим теплые моменты осенние и наслаждаемся. Все, двинули. Вовчик рассказывает, объясняет дорогу. Заехали мы буквально за минуты, не знаю, 10-15, озеро Копытце. Весной, наверное, это будет намного приятнее выглядеть. Вот, в принципе, озерцо. Выехали, короче, на трассу Усть-Лабинск-Краснодар. А, собакины! Вали! На нас хотели напасть собаки, но мы слишком быстрые. Короче, выехали. Съехали с кольца, выехали на трассу Усть-Лабинск-Краснодар. Вот, обратно мы едем по прямой, не по... Ну, короче, по федеральным трассам. Вот, так на 10 километров короче. И надеюсь, на часик быстрее. Сорян, что все не заснял, пришлось руль держать. Страшно, пипец. Кентяра мой! А вон там мы вчера сникерс покупали. И нас Жанка тут проехала, пока мы сидели за столиком. Че, остановились чуть перекусить. Закинулись булок с колбасой и сыром. Сахарочком. Вот. Что-то мы выехали, да куда мы, да, это до Воронежской доехали, да, и что-то сразу топка закончила, это энергия закончилась, надо было что-то в топку кинуть. Ну, мы что-то это... Ну, мы мало позавтракали. Позавтракали, да, так, колбаска, сыр. Сыр, колбаска. Углеводов мало. Ага,
проехали, блин, там, червончик, двадцаточку или сколько, и все, все, все сгорело моментально. Я думаю, через километров 40, может быть, и обед не устроил. Все, через 40? Что-то, ну да, это будет как раз середина пути, где-то. Чуть больше середины пути. Где-то так. Все, ждите нас через 40 км. До этого не будем снимать? Но это не будет входить в этот, в временную шкалу, оно будет вставочка так вот сюда. А, вот это. Тирин, да. Снято. Стоп, камера. Мы вкусно отобедали. Очень. Очень вкусно. Мы даже попали на домашние пельмени. Вот прям вот. Вот блин, знаете, зачетно. Как это называется? Столовая у Жеки. Если что, это столовая, если ехать с Краснодара на въезде в Старокорсунск, то справа. У Жеки. Пельмени зачет. Домашние, самолетные. Пропало. Конь сдох. Сейчас будем чиниться. Что вы думаете об этом всем мероприятии? Ну как? Бывает же это. В жизни люди болеют. Ну почему им нельзя болеть? Вот и эти болеют. Ты ему таблетку вставляешь? Я его штопаю. Знаешь, не заштопал еще чуть-чуть. Надо поглубже ему пихануть. Уже почти лучше, надо еще. Приветствую. Привет. Ну, слышно? Нет, все отлично уже. Все, пора. Если замка этого на цепь запасного случайно нету. Сколько скорость? 2 на 10. Да не, все, уже. У вас Турин? Турин? Да. Гревел? Сайлекс? А какой? 7000? Хорош. Все, мы снова дели. Снова катим. Oh no, I'm back.
Та-дам! Вот мы и дома. Выполнено. Миссия выполнена. Короче, 180-190 километров получилось на 2 дня. Ну что, все ништяк. Жопка побаливает, а как бы сил на крутить педали, в принципе, еще есть, все пучком. Доехали нормально, только начало темнеть, даже получилось раньше, да, чем мы думали. Да, мы думали, что мы к 5 только въедем в Краснодар. Да, при условии, что мы поломались чуть-чуть, мы быстренько довольно-таки починились и поехали. Но вы, скорее всего, это уже видели, как мы поломались. А, точно, да, это было вот совсем недавно. А так вообще норм, все было ништяк. Под конец здесь в городе уже топили так, блин, что дурные, как будто мы только сели на велосипед, знаешь, нифига не уставшие, да? Это... Да, причем это непонятно, блин, не то, что открылось там второе дыхание, еще что-то, а просто, блин, что-то, это, раз едешь, и начало едешь, крутиться, да, блин, да, да, да. Я думал, там через мосты северные, блин, сдыхать бы, ну нифига, блин, через мост перелетели. Куда в следующий город выберем? На юг, на север, на запад? В Адыгею, куда? В Адыгею куда-нибудь точно поехать. Может, куда-нибудь в предгорье, да, там, да. У речушки, может, с палатками. Но это да. Уже где-то по весне будет. Ну, а так, не подписывайтесь, потому что это личный канал. Не ставьте лайки, потому что, блин, не надо, да. Ладно, все, всем все, пока. Снято. Стоп, камера. Стоп. Остановите вы это. Ну, в общем, опять мы ехали-ехали и заехали. Заехали, короче, на Голубой бульвар. А где? Куда мы доехали? Кто знает. Надо посмотреть. Едем по почтовой улице. Ну, я велосипедист, да. В поселке Агроном. Доперы, доперы, допинг, да, фигачат. Допер. Дион Лес фотки. Ну чё, не подустал? Да нет, больше всего напрягает, бля, сейчас всё. Да, жопа болит, блин. Ещё что, она заболела вчера, а сейчас только остаточная боль мешает, вот, по крайней мере, мне ехать. Так, в принципе, я памперс перевернул, и мне стало комфортнее. Хотя все равно болит. От этого никуда не деться. Не, ну благо, что ты, допустим, 10 километров проехал, потом постоял минуток 5. Ну да. Она оттекла обратно. Да, и стала уже как-то получше. И можно еще десяточку ехать. Самое, что интересно, это... В ногах сила есть вообще, капец. Крути, крути, кажется. Ни дыхалка, ни мышцы, ничего уже. Старческая начинает. Жопа болит, жопа колено болит. Что-нибудь еще? Да. Силушка-то есть, а вот, блин, износ деталей. А я-то себе знаю. Да. Короче, мы на мосту через железку перед Старокорсу. Угу. Кстати, до Краснодара, именно до города, что ты там, километров 30 осталось? А, там остальное по Краснодару. И 20 с лишним, но это до дома, в другую часть города, получается, мне пелехать. Вот и получается 50. Ну, в общем, до города нам осталось 30 километров, а там еще по городу 20-ка наберется с лишним, наверное. Так что... Ну, по городу можно особо это, и не напрягаться, не спешить, потому что это все равно освещенное. Ну, вообще, да. То есть, ну, в принципе, комфортно успеем. Да, нормально идет. А сейчас с горки вообще? Сейчас время 1:30. Я думаю, мы... До засветло, может, приедем спокойно. До города по-любому засветло приедем, а там посмотрим. Так, ладно, что, погнали нам вон туда на спуск. Подъем мы уже сделали. Так что погнали. Я буду все это снимать.
Это жесть. Но было круто. Если бы жопа не болела, мы проехали бы еще.